У меня просто захватывает дух. Дайте воды. Вот многие женщины мечтают о шубах. Такого у нас еще не было. Дорогие друзья, мы сейчас предлагаем вашему вниманию шубу из французского каракуля. Можете представить себе эту красоту. Я мечтала о таких шубах, и многие женщины думают о том, что натуральные шубы – это мечта. Нет. Сегодня в моде европейские меха. Что это такое? Если вы посмотрите журналы мод, уже второй сезон, многие дизайнеры предлагают вашему вниманию именно искусственные меха, за которыми легко ухаживать, которые легко украшать. И этот мех напоминает натуральную каракульчу. Но вы уже обратили внимание на эти украшения? Вы видели когда-нибудь, чтобы натуральная шуба была украшена золотом или серебром? Вот это да! Посмотрите, одна такая ажурная брошь. Кстати, она идет в комплекте. На оттенке бордо мы видим с вами украшение с золотом. Я выбираю классический черный цвет, и у меня украшение под серебро. Но у нас есть еще один цвет, темно-синий. И я жду на подиуме нашу прекрасную Светлану, для того, чтобы она смогла показать вам этот синий цвет. Дорогие женщины, наша мечта сбылась. Наконец-то на подиумах России появилась шуба французская каракульча. Прежде чем продемонстрировать вам синий цвет, я хочу рассказать вам свою историю. Когда я жила в Архангельске, я помню, как появилась у нас в ателье мех. Я его купила. Но вы знаете, что я потратила на пошив шубы гораздо больше средств, чем стоил сам мех. Так вот, мои дорогие, стоит ли сегодня тратиться на пошив изделия, если вы можете приобрести готовое не за 170 тысяч? При этом я хочу сказать, что выбирая такую модель, вы получаете бесплатную доставку. Вы представляете себя уже в этой шубе? Ну что ж, если у вас богатые формы, я советую вам выбрать на размер больше. Достойное завершение вашего сезонного ансамбля. Шуба, наконец-то! Которая защитит вас до минус 15 градусов. Она легкая, но такая теплая. А вы знали, что в состав искусственного меха входит натуральная шерсть? Именно такие меха выбирают сегодня наши женщины. Но еще хочется, Танечка Крицкая сейчас у нас выйдет на подиум, и мы покажем, как бордовый цвет отлично может сочетаться с брюками, с платьями. Давайте посмотрим на этот мех поближе и убедимся, это альтернатива натуральному каракулю. Если бы мне наши байеры не сказали, что это французский мех, имитация каракульчи, я бы подумала, что она натуральная. Вот что значит, сегодня мы предлагаем вашему вниманию шуба, блестит, а как она переливается. Вы видите эту красоту? Действительно мягкий, теплый мех. Преимущество таких шуб в том, что мы можем с вами за ними ухаживать даже в домашних условиях. Обратите внимание, даже если бы эта шуба не была украшена позолотой или серебром, я бы уже сошла с ума от такого счастья. 4000 мы экономим сегодня. Размеры от 50 до 60 впервые на телеканале Shop & Show. В нашей новой студии, в нашем новом доме. Сейчас наша жизнь будет другой. И именно за счет праздника, праздничной атмосферы на нашем телеканале мы сегодня предлагаем вам прекрасные цены, эксклюзивные и цена премьеры. Впервые шуба появилась на нашем телеканале, и каждая сегодня желает выбрать для себя, позвольте за вами поухаживать, мадам, действительно хочется говорить по-французски. Жаль, что я не знаю этого языка. Зато я знаю язык моды. Дорогие мои, вы знаете, какая она теплая, но при этом она невероятно легкая. Моя мама несколько лет назад, вернее, мы с моей родной сестренкой, с Ириной, купили маме мутоновую шубу. Это была ее мечта. Вы бы знали, конечно, она радовалась, но мамочка не может носить такую тяжелую шубу. Она давит на плечи. А эта шуба просто расправляет плечи. Настолько легко. Я хочу сказать, что в этой шубе вырастают крылья.
Хочется вспорхнуть и улететь, потому что эта шуба дарит мне ощущение статуса. Я даже нос высоко задрала, потому что в такой шубе, я уверена, мои все подруги обзавидуются. Если говорить о моде, я скажу вам как стилист. Искусственные меха набирают обороты с каждым сезоном. И речь сейчас идет не только о ценителях природы, но и еще. Такая шуба никогда не потеряет блеск. Такую шубу никогда не съест моль. И еще. Ваша натуральная шуба к вам тоже с брошью пришла? Нет. А наша шуба к вам приходит с золотом. Сегодня моя коллега Оленька Мокшина, которая знает толк в украшениях, не могла отойти от этой красоты. Оля, кстати, год назад тоже купила себе очень красивую норковую шубу. Так вот, сегодня многие модницы телеканала Shop & Show уже обратили внимание на эту красоту. Я хочу сказать, дорогие мои, чем хороши искусственные меха? За ними легко ухаживать в домашних условиях. Вы можете отнести в химчистку эту модель, а можете ухаживать за ней и дома. Мне очень нравится, что при уходе за этой шубой вы не потеряете яркого блеска. И, конечно же, дорогие мои, посмотрите, как можно по-разному носить эту модель. Например, вы выбрали джинсы или брюки. Тогда вы можете снять брошь. Я ослепла? Давайте посмотрим, как она блестит. Это невероятно, вы только посмотрите. У меня вообще ощущение, что это алмазы. Невероятно. Может быть, это бриллианты? Надо будет спросить у Ольги Мокшиной. Можете представить себе этот шик, этот лоск. Мех, который не отличить от натуральной каракульчи. Кстати, для наших дочерей, для нас это отличный повод. А еще мне очень нравится, что такая шуба не электризуется. Она содержит тепло, и это тепло сухое. Никакого эффекта бани. Давайте посмотрим на подкладочные материалы и еще раз убедимся в качестве. Вот это да! Можете представить себе, что внутри вас ждет утеплитель Синтепон. А я-то думаю, почему она такая теплая и такая легкая? Утеплитель Синтепон, атласные подкладочные материалы. Это же все говорит о тепле. Милые мои красавицы, у кого карие глаза, обратите внимание, как кареглазым модницам идет синий цвет. Светочка, бери. Вот Света подходила и говорила: Светуль, у меня 48-й, 50-й размер, какой лучше выбрать? Ну, конечно же, больший, 50-й. Это же шуба, это не платье. Если вы любите свободные модели верхней одежды, я советую вам выбирать модели посвободнее. И если у вас сдвоенный размер, выбирайте больший. Я не могу, я любуюсь нашими красавицами. А сейчас представьте себя. Какая здесь хорошая длина? 106 сантиметров. Представьте, ножки закрыты, коленки тоже. Преимущество этого меха в том, что это альтернатива натуральной каракульче. А вы знаете, я однажды испортила свою меховую дубленку, отнеся ее в химчистку. Мне вернули дубленку потемневшую. Иногда химические ингредиенты, которые попадают на натуральную кожу или натуральный мех, портят их. Так вот, нашу шубу можно стирать дома. Как вы стираете пледы? Вы можете поместить ее в стиральную машинку, если у вас большая машинка по объему 5 килограммов, а может быть и больше. Добавляете туда средства по уходу за деликатными вещами, шерсть или шелк. И все, просто стираете эту модель. Сколько может стоить сегодня натуральная шуба? И каждая женщина хочет для себя особенную вещь. И я хочу сказать, что эта шуба делает вас особенной. Любите себя, радуйте себя. И сегодня наша модная рубрика делает все возможное для того, чтобы ваши глаза засветились таким же счастьем и любовью к себе, как на наших моделях.